Существует не так много принципов обустройства пешеходных переходов. Среди них безопасность дорожного движения и доступность перехода для всех. И еще один курьезный пешеходный переход, где бордюрный камень не только не опускается в конце перехода, но еще и поднимается, вынуждая пешеходов искать легкие пути обхода. Каждый день пользуетесь, да, этим пешеходным переходом? Ну, наверное, неудобно, правда? Я иду. Обходите? Ну, конечно. И каждый раз так? И каждый раз так. Ну, туда мне подняться тоже тяжело. Высоко? Ну да, у него протез. Недалеко еще одна зебра. Она упирается и вовсе в куст. Ни подхода, ни отхода у нее нет. Проложена народная тропа. На Гагарина. Вот про Гагарина. Как раз хотел бы... На Гагарина это где? Саган-Марин. Немножко в противоположном направлении, смотрите. Гагарина. Это Хохлова? Да. Вот точно так же пешеходный переход. Он упирается прямо в кусты, и люди сами с двух сторон организовали себе такие эти. Может, где-то на возле общеобразовательных учреждений необходимо сделать. В первую очередь мы там будем делать. Отрадно, что хотя бы у садов и школ переходы приведут в порядок. Отметим лишь, что из года в год на казусных зебрах обновляют разметку. И ни одного дорожного рабочего и чиновника не смутило их месторасположение. И напоследок, вот вам застенчивый знак. Там же, на Хохлова. Он и стоит не в том месте, и приоритет расставляет неверно. Просим считать наш сюжет официальным обращением в ГИБДД и администрацию города. Пора наводить порядок. Надежда Елаева, Алексей Ткачев, телекомпания АТВ.